Здравствуйте, полковник, вы точны, как бес. Вижу, мало спали и черны, как лес. Что ж, располагайтесь без чинов. Прошу вас, запросто отстегивайте свой протез. Трубка вас согреет и вино взбодрит. Полон ваш бокал и золотист на вид. Пробуйте напиток благородный, древний. Это только кажется, что он горчит. Выпейте до дна и перейдем к делам. Завтра наступление по всем фронтам. Жуткая бесцельная резня и бойня завтра суждена в числе других и вам. Был вчера на штабе утвержден приказ, нынче он в деталях доведен до вас. Завтра вы прикажете, и цепь замкнется, полк пойдет в атаку и падет за час. 1000 смертей за 60 минут ради стратегических штабных причуд. Это, согласитесь, не смешно, полковник, или по-английски говоря, not good. Следует из сказанного мной одно: нужно из цепочки исключить звено. Именно затем я и позвал вас, сударь, именно за этим отравил вино. Что предотвратил я и чего не смог? Чей расчет простителен и чей жесток? Мы обсудим после, не здесь, прощайте. Яд уже подействовал, зрачок широк. В путь, мой дорогой, не поминайте злом. Следующий гость уже стучится в дом. Встречу на сегодня я назначил многим и не собираюсь прекращать прием.